Покупку или аренду жилья предлагается сделать доступной для двух третей граждан России к 2030 году. Также предполагается, что каждая российская семья из трех человек сможет иметь к тому же году еще по комнате. Соответствующие инициативы следуют из презентации проекта «Агрессивное развитие инфраструктуры», который курирует вице-премьер Марат Хуснулин. По прогнозам, период ожидания доступного жилья не будет превышать пять лет. Подробнее на сайте.